Всем привет, ребята! Один из моих подписчиков написал мне, что когда-то он отдыхал в лагере в Пионерском, и там произошло очень страшное событие. Они с друзьями решили призвать пиковую даму, и она пришла. Но существует ли на самом деле это паранормальное или нет, мы узнаем с вами сегодня. Для этого я на черном рынке приобрела вот такой вот диктофон, который способен записывать различные звуки, если они есть. Паранормальные, потусторонние и другие иные нечисти, не только мой звук. Поэтому добро пожаловать, ребята, в пионерский лагерь, который уже наполовину заброшен. На территорию проходить здесь все закрыто. Я думаю, что мы сейчас обойдем вокруг и попробуем, попытаемся, по крайней мере, записать звук. На самом деле, конкретно люди, которые здесь были, они говорили про то, что слишком много детей стали вызывать пиковую даму, которая просто сводила детей с ума. То есть после того, как они вызывали эту пиковую даму, дети сходили с ума. И, ребят, мы сейчас посмотрим, поспрашиваем, действительно, существует ли она на самом деле и есть ли она здесь. Ребята, при самом входе здесь стоит беседка. Посмотрите, насколько уже все обшарпанное и отлетает просто даже краска, что говорит о том, что лагерь, в принципе, уже, наверное, и закончил свою деятельность, потому что, ну, краска уже не обновлялась, видно, уже несколько лет. Прямо сейчас здесь давай проверим. Кстати, меня снимает мой оператор Дима, который, между прочим, меня простил за пранк и сказал, что, Ир, не надо никаких пранков больше, поэтому мы решили... Почитали ваши сообщения и решили проверить аномальные зоны в нашем городе. Мы начнем сегодня именно вот с этого лагеря и проверим, есть здесь кто-нибудь или нет. Здесь кто-нибудь есть? Так, сейчас я перемотаю, ребят. Отлично, слушаем. Погоди. Что? Тихо. Погоди, погоди, не поняла. Смерть, кассета. Ты понимаешь, что она говорит? Нет, кассет, что? Смерть, кассеты, я что-то, я ничего не поняла. Подожди, подожди. А, ребята, это вообще пипец, вы слышали это? Что-то говорил, что смерть, ерунда. Кассета, смерть, кассета. Блин, короче, ладно, давай попробуем, давай здесь пройти. Пойдем по... сейчас вокруг территории посмотрим, что там вообще происходит. Ты слышал? Отчетливо я слышала, что говорил смерть кассета. Давай вниз. Там снега много, лучше здесь пройти. Мы сейчас, ребята, обойдем лагерь с другой стороны. Возможно, где-то найдется какой-то вход. Так, ты считаешь, надо спускаться вниз, да? Блин. Посмотри. Веранда, она... Так, спускаемся. Я надеюсь, там нет никаких оврагов и болот. Просто здесь настолько все заросшее, ребят. Ну, там попробую внутрь зайти. Где там? В начале? Я вижу, там, да. Нет, в середине. Сейчас мы обойдем с той стороны. Я поняла тебя. Давай сейчас обойдем по кругу, по территории. Посмотрим. Сейчас с другой стороны. Мне вот знаешь, что не нравится? Мне не нравится
Смотри, вот заросшие, вот это вот. То есть весь забор нормальный, а именно вот в этом месте, посмотри, как вьюн? Будто вьюн, да, вот этот вот. Он как будто бы это место, возможно, как-то проклято или еще что-то. Нужно еще подойти. Давай вот здесь вот сейчас запишем. Вообще странно, да? Потому что весь забор чистый, и тут вот такая вот ерунда. Прямо рядом вот с этой сгнившей, полусгнившей беседкой. Слушай, нет, он, конечно, не работает. Здесь все заброшено. Тогда давай, сейчас я вот здесь попробую записать. Погоди, сейчас на запись. Сейчас. Здесь кто-нибудь есть? Пиковая дама, это ты? Здесь есть что-то паранормальное или потустороннее? Да подожди, я слушаю, пусть услышат подписчики. Блин, какая-то фигня, то есть даже... Слушай, то есть-то нет. Ну ты слышал этот звук? Почему он даже вот не записывает то, что я спрашиваю? Воспроизводит просто какую-то фигню. Слышал? Да. Опять нет. Ребят, слышите? Чего? Тьма. Тьма. Что же? Погоди, не... Кассета. Смерть. Кассета смерть. Опять она говорит здесь, на этом месте, кассета смерть. Че, давай дальше пройдем. Вон, я вижу там, там, видимо, наверное, эти пионерские туалеты, что ли, или что там в конце. Осторожно, осторожно. Ребят, мы сейчас направляемся в конец этого лагеря, то есть в конец территории этого заброшенного лагеря. Где-то... Смотри, а там забор вообще поваленный. Возможно, там можно зайти будет. Что за палка? Какую-то палку подпёрли. Ну, хотя бы сейчас здесь можно подойти. Смотри, здесь дырка. Слушай, а здесь можно пройти? Смотри, здесь просто это сломано все. Ну-ка, давай внутрь. Мы зашли на территорию этого проклятого лагеря. Здесь, наверное, вход. Смотри, здесь ездят до сих пор машины. Мне знаешь, что интересно? Нам нужно быть аккуратными. Если нас заметят, то все. Вот это что за... Туалеты. Это туалеты. Пошли, посмотрим. Интересно, что в этих туалетах? Подожди, а он рабочий лагерь, смотри, там на помойке мусор до сих пор лежит. И мусор, и все. Может быть, он и рабочий лагерь? Ну почему все в таком состоянии, в плохом? Земля. Подожди, а там что, земля и дверь открыта? Походу, да. Ребята, так как мы зашли уже на территорию этого лагеря, здесь живут люди, видишь, даже ковер сушится. Черт, мне страшно, смотри, здесь какие-то предметы накрыты брезентом везде, как грибы. Собака бежит. Давайте быстро записываем и убираемся отсюда. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Давай слушать. Давай слушать. Давай слушать и убираться отсюда. Блин, мне здесь вообще как-то не по себе. Подожди, давай проверим хотя бы туалет. Ты что, в туалет ходишь, работает нет, или не работает? Что здесь происходит? Почему здесь? Здесь как будто замерло все, понимаешь? А это что за ванна?
Тут висят вещи, лежит вот ванна просто. Ну, нет, подожди, здесь ездят, видно же следы от машин. Сюда приезжают. Сюда приезжают и сюда заходят. Погоди, я сделала запись, давай послушаем. Погоди. Здесь кто-нибудь есть? Он записал мой голос именно здесь, когда я зашла вовнутрь. Кассета смерти. Кассета смерти. Кассета смерти. Ребят, я не знаю вообще, что делать. Просто здесь какая-то мистика вообще. Ребят, понимаете, опасность в том, что мы проникли сейчас на чужую частную территорию. В принципе, вообще за это очень-очень могут обидеть. Так что если вдруг кто-то где-то выйдет, нам нужно срочно бежать за территорию этого лагеря. Особенно, я, знаете, я боюсь не людей, я боюсь пиковой дамы. Да, это туалеты, вот видишь, М, это Ж. Это туалеты, но почему они все в земле? Блин, офигеть, женский, значит, мужской туалет. И там какие-то полуразрушенные здания. Служебные там написано. Служебные? Да, я просто не вижу. Слушай, самое интересное, вон там еще очень странно. Сейчас у нас что идет? Март. Они ковер вон там повесили. Да. И не убрали. Нет, нет, нет. Здесь кто-то живет по-любому, потому что видно следы от машины, что он здесь ездит. Я не знаю, ребят, верить в существование пиковых дам или нет. Мы записали, и вы сами слышали то, что мы записали. Кассета «Смерть». Я не знаю, как это связано. Возможно, пиковые дамы или призрак, который обитает в этом лагере, просто как-то узнал то, что я решила воспользоваться старым диктофоном, который может записывать. Ты слышишь? Просто офигеть. Короче говоря, я не знаю, ребята, пишите то, что вы думаете внизу, ниже в комментариях. Здесь вот просто ни с того ни с сего стоит ванна. Просто стоит ванна. На каких-то рельсах. А еще, ребят, конечно, сегодня 8 марта, и, скорее всего, даже если здесь кто-то и есть... Блин, я не знаю, как так можно оставить, да, вот ковер какой-то... Какой-то там скрежет. Дим, я не знаю, такое ощущение, что кто-то идет, и мне бы не хотелось, чтобы, ну, как бы меня, ну, вызвали полицию, там, и меня арестовали. Я бы не хотела, чтобы дошло до полиции. Просто я зашла сюда чисто проверить, на самом деле, существует ли здесь... Мамочки! Че? Я там видел кого-то. Кого? В черном, где? Женщина в черном. Там? Да. Все, давай убираемся. Нет, так, бегом. Все, бежим сейчас в машину. Нет, это была женщина, чего? Все, убираемся. Дим, мы не можем так уйти, мы должны сделать запись. Подожди. Пиковая дама, это ты? Пиковая дама, это ты? Не знаю, что там есть, ребята, но прямо сейчас мы убираемся из этого проклятого места. А с вами была я, королева мистики. До новых встреч. Всем пока. Чего? Кто там вообще есть? Что это за место?